я решился я беспокоить вас. Готов не поскупиться и заплатить за книгу сколько угодно. Хоть 20 рублей. 20 рублей за прекрасный гостиный гарнитур? Мусик, это псих. Я и мог псих. Я не псих. А тот, кому выполняю волю, послал. Не-не-не-не-не-не-не-не. Вот черт, опять ползает, начал Мусик. Он опять ползает. Назначьте же цену. Не портите дерево. Назначьте же цену. Ну что? Здесь, молодые граждане, находится тот самый сюрприз. Вот он, стул, про который я вам говорил. Ну-ка, встань, солдатик.
Служил я в старом клубе сторожем. Ходящий был. А за пост давали красивый. Возьми и купи этот стул. Встал я на него однажды, плакат приколачивал. А обивка на нем раз и лопнула. Оказалось, в этом стуле буржуями были спрятаны драгоценности. Не может быть! Может, может. Вот такие драгоценности построили этот новый клуб. А мне премия 250 целковых. Вот костюм справим. 50 рублей ему дали. Ну, пошли дальше. Покажу наш спортивный зал. Пошли. Можно рыбку с именем приклеить. Ну, сколько это стоит, думаю. Да, прикольно. Я показываю. Ее подсвечивают. Pink dress. Oh, okay. With my wife. Thank you. Have a great day. You too, thanks. Thank you.
Крипком сраны. Крипком красиво сезон. Это, между прочим, здесь на пляж, да? Мы их видим все время. Красиво. Я подержу с тем. Я хочу вас выйду смотреть так руками. А? Не так руками. Шарк Ленин. Ленин. Акула. Женщина-акула. Что она делает, женщина? Когда покупаешь вот эти штучки, ты им денег добавляешь. Они из этих бутылок делают. Как переводится? Да. А, ну, сделайте. Закончил это. Отполировал, да? Nailed it. Нет, пригвоздил. Забил последний гвоздь. Подарочный. Купи себе подарочек. Ну, не так, спасибо. Ты-то здесь был? Ну, пиво, ты. Ну, успокаивающе. Помнишь, так все любила? Предсказывать в будущем. Русалки. Прикольные. Да? Ой, я напугала. Да ладно. Акула. Дыши. Но. Но. Ага. Ну раз так. Но. Вот так тебе. Кис-кис. Поцелуй меня. Привет. Здравствуйте. Что это такое? Make slime together. I like these. What are these? How much is this?
Качественно. Не, ну цвет такой. Почему у меня маленькие девочки? Ну, это мне подходит, да, вот смотри. Это для детей магазин. Ксюшина любимая секция. Есть разные. Детская. Я еще гольфики люблю разные. Джанга. Вот. Оп, она так. Прикольно. А, смотри, в этом. Ложка ножек. Стор Энджой. Здесь. Нет. Эти? Для похода. Да, а как ее открыть? Ну, наверное, вот так вот. Я не знаю. Даже нарисовано. Нажать надо. А, вот. Хорошо. Я в поход не особо. Ну вот с этим-то удобно. Не особо что, не умеешь? Смотри, плавать. Да. Да, ну ладно. Почему не туда? А куда мы здесь? В кинотеатр? Ну, сюда? Давай. Вон это вон где плывет. Смотри, они над нами плывут. Не гонит для маленьких детей, но...
Она отдыхает. Какая красота, смотри. Можно я пройду? Да, проходи. Впереди. Смотри, какая красота. Ой, черепаха мне... наверху смотрит. Мне синий нравится, какой-то красивый рыб. Неончики. Неоны такие. Прикольные. Неоновые. Как в аквариуме неончики были. Воу. Шустрый. Пойдем сверху на это смотреть. Мы это смотрели с той стороны. Там был вход с внутренней пропасти в пещере. Не хочу. Что там было? Жирики. Да. Ершиш. Или ерши. Он лежит. А почему он маскируется? Лежат. Да. Даже.
каналы выносили. О, вон там как раз длинный рифт. Трофиолетовый. Coral Propagation Nursery. Фу, какие противные. Они там в земле? Они под водоросли? Нет, они как... Ну, они как вот эта веточка, как будто бы. Ну, они... Маскируются. Да, кто это такие? Garden eel and trumpet fish. Это garden eel. Вот eel, вот это большой. Которого сушат. А, вот это, нет, вот это eel. Это рыба фагот. О, красота какая. Мне это нравится. Красивая. Я хочу себе домой аквариум. С такими красивыми. И кораллы. А почему они так дрожат? Вода льется. Чтобы течение было. А что, сколько воды потратится? Они же перерабатываются. Ты чего не напугал? У нее уже клешни. Он тоже напугался, кстати. Да нет, он меня видел. Он думает, что это лобстер. Нет.
каждого свой домик. И там еще много домиков. Вот еще домиков. Caribbean Spiny Lobster. Они снимают или дают? Их не кормят тут, они все там, дома, так сказать, отдыхают в спальне. О, ничего себе.
Тебе подходит человек и говорит, а где есть фотобургер? И зачем? На мере.
почему это у меня, чтобы у тебя в голове было такое вот, почему он меня спрашивает про вот же фотобургер? Понял? Состояние у тебя такое вести. Этим обычно цыганки пользуются. Всякие психологические такие штуки такие. Вопросы, которые очевидны, чтобы ты задумался, а что он у меня это спрашивает? Понял, да? Так, потому что ты сразу же отключаешь. Цыганка обычно подходит к тебе и начинает отвлекать твое сознание. Понял, да? Что такое? И в этот момент она начинает с тобой работать. Что такое? Что такое? Что такое случилось? Там домик сдается. Красивый, кстати. Флис. И кто-то купил и сдает. Это, наверное, самое все, что надо. Считаешь, где нужно брать энергию? Брать. Ну, где ее? Вот у тебя нет сил, например. А тебе нужно делать дела. Деньги зарабатывать, а сил нет. Ну, если физически нет, то это нужно просто спать. Нет, вообще жизненная энергия, которая... Имеешь в виду, морально нет? Нет, вообще полностью. Говорят, что ну, человек... Ты говоришь про все. А спрашиваешь в частности, говорят, что, вот, говорят, что делать? Деньги – это энергия. Что богатые, у богатых, тот, кто имеет деньги, у них очень большой энергетический. Энергии очень много. А вот там новый тихий. Он такой незаметно стоит. Все время без штор стоит, поэтому все время не услышал. Блин, какой-то был новый. Ну, он и есть. Недавно построил. Мне чего-то это нравится, что он там отдален. Ну, да. Умный. Ну, вот это вообще не заметно.